Общая сумма единовременной выплаты из средств материнского капитала составила в городе более 13 миллионов рублей. Деньги на повседневные нужды семьи получили мамы, подавшие заявление до 15 июля. Многие из них сделали это, не выходя из дома, а в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Единовременную выплату можно получить независимо от возраста ребенка. Право на получение 25 тысяч рублей или остатка на меньшую сумму имеют семьи, у которых второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2016 года. Заявление принимается до 30 ноября текущего года.